Сегодня в меню – фаршированные яйца мухоморы. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – по вкусу. Яйцо – 4 штуки. Чеснок – 1 зубчик. Помидор – 4 штуки. Майонез – 60 грамм. Салат листовой – 1 штука. Сыр – 50 грамм твердый. Мухоморы можно сделать разными по размеру, если взять яйца разной категории, или сделать их из куриных и перепелиных яиц. Для мухоморов из перепелиных яичек возьмите в качестве шляпок помидорки черри. Фаршировать их можно разными начинками на ваше усмотрение. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления фаршированных яиц мухоморы. Отварите яйца после закипания в течение 12 минут. Залейте яйца холодной водой, остудите и почистите. Отрежьте низ яйца с широкой стороны и аккуратно извлеките желток, не повредив белок. Сыр натрите на мелкой терке, выложите в миску. Желток измельчите и добавьте в миску с сыром, перемешайте. Добавьте майонез, оставив немного для украшения шляпок, посолите и все перемешайте. Плотно начините пустоты в яйцах и положите на тарелку. Листья салата сполосните, обсушите и разложите на тарелке. Установите яйца широкой стороной на листья. Помидоры вымойте и высушите. Срежьте низ помидоров со стороны плодоножки. Маленькой ложечкой удалите мякоть с семенами. Выложите внутрь шляпок немного сырной массы и прижмите к стенкам. Установите шляпки поверх фаршированных яиц. Украсьте верх шляпок точками из майонеза, превращая их в мухоморы. Такая яркая и очень милая закуска в виде мухоморов очень украсит праздничный стол. Готовится она очень просто, а удовольствие вы получите целое море. Берите на заметку рецепт. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!